Окей, мы находимся в компании Халтиан, рядом с нами Кари, он является директором по продаже этой компании. Что такое Халтиан? В 2012 году, когда ребята из разработки Nokia поняли, что компания идет немножечко не в том направлении, они создали свою компанию, которая специализируется на создании различных мобильных устройств. Как больших промышленных устройств, так и консюмерской электроники, и всяких разных интересных гаджетов, часть из которых лежит перед нами. Ну, например, у Халтиан есть вот такая интересная штука, которая называется Thingsy. Она хорошо известна в международном масштабе. Это устройство, которое позволяет компаниям прототипировать различные вещи и с помощью которой можно сделать очень разные аппликации. Например, вот такая шикарнейшая штука для любого родителя. Это вещь, которая содержит GPS и акселерометр. И вы можете знать, насколько активно двигается ваш ребенок, где он в настоящий момент находится. И плюс к этому, если нажать эту кнопочку, то можно даже получить двухстороннюю голосовую связь с ребенком. Но чем интересно это устройство, то что, во-первых, у него очень длительное время жизни батарейки, то есть это может быть неделя и даже больше за счет очень грамотного дизайна. И с точки зрения применения, у него есть просто прекрасная функция. Вы можете заложить на карте места, где ребенок должен быть и где он не должен находиться. И если ваш ребенок, допустим, покидает тот район, в котором он должен в настоящий момент находиться, вы получаете об этом уведомление. Если ребенок, наоборот, оказывается в районе, где он не должен находиться, вы получаете об этом уведомление. То есть устройство во многом думает за вас и сообщает вам о том, что происходит хорошего или не очень хорошего.